Еще в 2014 году жильцы дома на Электрозаводской действительно обратились к властям с просьбой расселить их из старого аварийного здания. Уже в 2015 дом попал в программу развития застроенных территорий в городе. В октябре было принято решение о развитии данной территории. В ноябре было принято решение о проведении аукциона. Аукцион был назначен на декабрь 2016 года. Заявился один участник, с которым в январе был заключен договор о развитии застроенных территорий. Аукцион выиграла организация ЖЭУ-21. Обязательства по расселению легли на нее. Надо сказать, что жильцы только одной из 8 квартир приняли предложение застройщика. Остальные были не согласны с вариантами. В процессе расселения было подготовлено постановление об изъятии для муниципальных нужд, в рамках которого застройщик выплатил деньги собственникам. И все собственники были выписаны, снялись с регистрационного учета к середине 2019 года. С нанимателем был заключен договор социального найма с единственным нанимателем в данном доме только в ноябре 2020 года. После того, как жильцов расселили, какое-то время ответственные ведомства ждали, чтобы люди забрали свои вещи, вывезли мебель. И лишь после этого в ноябре дом законсервировали, закрыли окна и двери от посторонних лиц. Вокруг здания установили ограждение. Снести дом на Электрозаводской планируют к середине декабря. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».